это делать. И тут же сразу же появляется такой вопрос, Андрей Андреевич, как же испытывать хорошие эмоции, если я проживаю в своей жизни с такими людьми, которые меня все время огорчают. Они меня мучают, там, я получаю такие письма, допустим, пишет человек, мама, очень предвзято ко мне относится, у нее в жизни все, все, плохо, и она все время меня мучает и так далее. Я хочу вам сказать, что в случае, если у кого-то плохое настроение, человек чувствует себя плохо, старайтесь произносить слова, но делайте это про себя, не говоря этому человеку. Произносите, я ни при чем. Вы действительно ни при чем, когда человеку плохо. Вы действительно ни при чем, если человек страдает гипертоническим заболеванием сердца или у человека высокая глюкоза в крови. Вы ни при чем. Не бери чувства других людей как бы одевая их на себя не формируйте свою ценность жизни одевая на себя чужие одежды которые навязывают вам те люди которые живут рядом с вами и второй вариант определитесь наконец-то на какой вы стороне каким богам вы служите я об этом часто говорю мой совет такой каждое утро когда вы просыпаетесь сложите руки перед собой и после чего скажите я поклоняюсь добрым богам. Я добрый, добрый человек. Вот если вы будете так делать, то вы увеличите стоимость своей жизни, и добрые боги дают добрые события. Таким образом, в вашей жизни очень все может поменяться в лучшую сторону и очень быстро. Вы увидите, как вы успокоитесь, вы увидите, как изменится отношение по отношению к вам, и вы увидите, как увеличится стоимость вашей жизни. Очень много людей сдвигают себя в сторону критики, обвинений, злости, обид и так далее, забывая увеличивать стоимость своей жизни стоимость ценности своей жизни я рекомендую вам быть более добрыми, я рекомендую вам быть более эстетичными. Не забывайте о том, что мы радуемся жизни, видим окружающий нас мир, получаем удовольствие от того, что мы просто просыпаемся, от того, что у нас есть семья, от того, что вокруг нас что-то находится. Не переходим в состояние вчерашнего дня, не падаем в иллюзии или не впадаем в иллюзии, стараемся хоть по чуть-чуть увеличивать стоимость нашей